Адов, всем привет. Вот я поставил на подзарядку, мне только что принесли iPod. iPod модель 1421. Последние айподы на сегодняшний день. Итак, не работает у него кнопка Home. Абсолютно простое решение, как я показывал раньше. То есть, скорее всего, вот я нажимаю, да, и нету клика. То есть пропал контакт, он соскочил, скорее всего, болезнью этих кнопок. Вот у кнопок включения, у кнопок звука. Принцип. Структурой кнопки он один, то есть соскакивает сам контакт пластиковый, который находится на кнопке Home. Вот. Его нужно просто посадить на суперклей и будет стоять вечно, держаться вечно. То есть, покажу сейчас. Кому непонятно, вот об этих контактах идет речь. Это, конечно, не от него кнопка, это кнопка от пятерки. Вот этот вот контакт, вот этот вот, он постоянно отлетает. Вот если посадить его аккуратно на буквально частицу суперклея, то вопрос решится моментально. Вот. Простой вопрос, но непростое открытие у него. Смотрел в интернете, ерунда полная, открывают дисплейный модуль присоской. Никакой присоской, ни такой, никакой другой вы не откроете дисплей. Потому что здесь дисплейный модуль, вот под стеклом здесь находится два места таких вот, к которым он приклеивается к рамке. Поэтому, чтобы его нормально отклеить, давайте я покажу, как я это делаю безопасно. Всегда нагреваю с включенным дисплеем поверхность. Температура на фене у меня стоит порядка 280 градусов. По большей части нужно нагреть снизу, потому что открывать будем снизу. Сверху у нас находятся разъемы. По периметру. Вот, видите, матрица поплыла дисплейная. Но страшного в этом ничего нету. Это значит, достаточно нагрели. Далее таким вот острым инструментом постоянно показываю, рекламирую свою лопатку, которую натачиваю до острия лезвия. Вставляем между стеклом и белой рамкой, ну, в данном случае белой, прижимаем как можно сильнее. И стараемся подсунуть под стекло. Срезаем. То же самое с этой стороны. Аккуратно срезаем скотч. Это у меня пластиковый такой, типа медиатора, только намного тоньше. Очень удобно им срезать стекла. Вот. И в то же время безопасно, потому что он пластиковый. Он никаким образом не отрежет шлейф какой-нибудь, который находится под стеклом, ну или не поцарапает стекло.
приклеиваем по периметру. Все, приподнимаем. Прогреем вверх. В принципе, уже можно отремонтировать кнопку Home. Не обязательно снимать полностью весь дисплейный модуль. Прилично. Довольно сильно приклеен. Достаточно. Вот она, кнопка Home, про которую я вам говорил. Без контакта. Сторонний скотч. Менять мы его не будем. Итак, контакт мы заменим. Я заменяю постоянно вот такими вот. У всех есть, я думаю, упаковки. Вот динамиков там заказанных, либо еще чего-то. Просто отрезаем частицу совсем маленькую. Делим ее, отрезаем наполовину, чтобы она была еще меньше. То есть контакт подберите такой же примерно, какой был у вас на кнопке Home. Я имею в виду размер контакта. И все, берем суперклея. Каплю. Треть капли. И чем-нибудь острым наносим суперклей на ту самую кнопку. И сверху ставим контакт. Видите, да? Нажали, кликнули. И все. Можно смело закрывать. Вот. Давайте предварительно нагреем двусторонний скотч. Повысим клейкие свойства. Вот и все, 5 минут работы. Кнопка работает. Клик есть. Вот такой ремонт мы берем.
порядка 15 евро. 5 минут и все готово. Прижимаем дисплейный модуль. Видите, никаких следов мы не оставили. Это самое важное. Всем спасибо за внимание. Друзья, с вами был Дов. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи в ремонте.